Доброго времени суток, к вашему вниманию SE второго поколения на 128 гигабайтов. Данного смартфона имеет дефекты, такие как такой вот внутренний скол, пальцами не особо сильно ощущается, болты на месте, по корпусу все приемлемо, сзади также вот разбит, по работоспособности все отлично. От iCloud отвязан, трутон присутствует, аккумулятор 78%, звук отличный, вибромоторчик работает, кнопки нажимаются, камеры также исправны, экран работает во всех частях, без каких-либо дефектов. Сим-карту видит, микрофон динамики работает, Wi-Fi тоже работает, дисплей без дефектов, оригинальный экран, без выгораний, вот отпечаток, отпечаток пальца тоже работает. По комплектации ничего нет, только сам смартфон. Целиком полностью работоспособен, не считая трещин спереди и сзади.